Ребята, я сделала пластическую операцию, и кажется, это было ошибкой. Сейчас я чувствую себя, мягко говоря, не очень. У меня все ужасно болит. И смотрите, какие жуткие синяки. Я когда в зеркало утром посмотрелась, я была просто в шоке. Вот какая моя палата, смотрите. Сегодня здесь я лежу одна. Конечно, такая глупая идея могла, наверное, только мне прийти. Короче, смотрите, здесь вообще в палате три койки, рассчитаны на трех человек. Но моя центровая. Вот моя капельницы, и мне по нескольку раз в день ставят уколы, чтобы антибиотики все быстрее зажило. Здесь подъем очень ранний, в 6 часов первая капельница была. Фух, мягко говоря, я не выспалась, еще и эти синяки. Да, они меня жутко бесят. Говорят, что сегодня еще одну девочку ко мне переведут, но, если честно, я уже хочу отсюда выбраться. Что вам еще показать? Смотрите, здесь у меня зеркало и раковина. И, конечно, мыло. Я чищу зубы, хотя нет, я еще сегодня не чистила зубы, надо, кстати, это сделать. Кстати, на осмотр к врачу я хожу вон, смотрите, прямо напротив кабинет. Сейчас здесь никого нет, но обычно огромная очередь. У меня, кстати, 6-я палата. Не знаю, счастливо или нет число, но судя по тому, что у меня весь нос вообще разможжен, видимо, не очень. Здесь я со вчерашнего дня. Я очень устала и хочу, чтобы поскорее Саша меня все-таки отсюда забрал. Но есть одна проблемка. Я ему ничего не сказала. Я сказала, что я поехала к подружке, а случилось вот это вот. Блин. Не знаю, удачная эта операция или нет, когда все заживет, тогда и посмотрим. Ну что, давайте звонить Саше, надеюсь, он меня не прибьет. Фух, пожелайте мне удачи. О, Анюта. Алло, Дань, привет. Да, Саш, представляешь, я в больнице. Извини, что я не сказала тебе сразу. Что? В какой больнице? Что с тобой случилось? Понимаешь, ну так получилось. Сможешь меня забрать, пожалуйста? Ты же сказала, что к подруге поедешь на выходные. Какая больница, Ань? Ну так получилось, я же говорю. Приезжай, пожалуйста, скорее. Мне тоже нелегко. Я все тебе расскажу. Давай. А, капец, ты просто вообще, Аня. Ладно, сейчас приеду. Давай скидывай адрес. Блин, даже чай не допил. Как она умудрилась попасть в больницу, а? Да с Аней все время какие-то проблемы. Фух, кажется, сказала. Фух, осталось его дождаться. Ладно. Так, блин, где-то здесь, наверное. О, реанимация, наверное, тут. Смотрите, реанимация, по-любому мне сюда. Капец. Что меня там ждет, а? Так, смотровая. О, 6-я палата, она вроде тут сказала. Наверное, сюда. О, Анют, привет. Привет, Саш. Что с твоим лицом? Капец, что это такое? Ну помнишь, я как-то тебе говорила, что меня бесит горбинка на носу, вот здесь прям. Да, было как-то, ну у тебя там нет никакой горбинки, ты что, прикалываешься? Да есть, она меня с детства бесит, давно хотела от нее избавиться, вот. Избавилась. Это что тебе сделали? Что с твоим носом? А, не трожь, ты что? Тут же синяк. А, видишь, и под глазами тоже. О, вообще не докасайся до него. У меня один вопрос. Нафига? Ну, бесила, говорю. Бесила меня. И сколько теперь будет заживать? Как мы будем видосы-то снимать? Ну, неделю, месяц, полнедели. Какой месяц? У нас видео через два дня. Каждые два дня у нас выходит видео. Будем вот так снимать. Да это кошмар, как так снимать, Ань, блин? Ну, нос вот жуткий, тебе больно? Конечно, больно, я вообще еле глазами шевелю. Ладно, иди сюда, бедненькая, больно тебе, наверное, было, конечно, да? Конечно, больно, и сейчас больно. Капец, блин, как мне тебя жалко. Зачем ты это сделала? Ты так красавица у меня, ты что? Ты знаешь, сколько мне капельниц уже поставили? Сколько? Много. Бедняжка. Вон еще одна капельница, я ее вытащила сама. А что, может мне к врачу сходить, спросить, что там вообще, как? Да не надо, он сам, может быть, придет. Не надо никуда и ходить, не надо. Ну а как, в смысле, надо же узнать, что делать там? Да мы просто...
просто уедем и все. Давай сбежим. Как это сбежать, Ань? Ты че? Из больницы вообще-то выписываются. Я пойду узнаю у врача. Да нет, 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 стой, подожди. Я уже обо всем договорилась. Мы можем просто брать вещи и идти. Ничего не понимаю. Тебе должны какие-то лекарства выписать, там обследование. У тебя синяки вон какие под глазами. Должны, наверное, тебя осматривать там каждый день. Да нет, нет, меня уже все осмотрели, все посмотрели. Я даже могу снять уже. Стой, не надо, ты че? Не надо, не снимай. Да че такого, смотри, вот, раз, раз и все. Опачки. И ватка, и нос у меня, вон он. Даже в носу ничего нету. А как так-то? И ни единого шва. Просто синячки остались, да и все. Вот моя ватка, можешь выкинуть, если хочешь. Не хочу ее трогать. Пипец, а ты же могу шевелить им, Саш. Да ладно, тебе не больно? Нет, не больно. Как это работает вообще, я не понял. Ты только что говорил, что больно адски. Ну, было больно, а сейчас уже прошло. Все хорошо, видишь? И нос... Это что, а что? Не... Могу дотрагиваться даже. Я могу. Можешь? Че, не больно? Нет, смешно. Знаешь почему? Почему? Потому что это пранк! Пранк, пранк, пранк! Ты понравилось? Че? Спятила, блин? Да нет, нормально все. Че? Капец ты! Саш, ну ты не обижайся, это просто вот я так пошутить. Это не смешно вообще, вообще ни разу, блин, не смешно. Да смешно, говорю же тебе, вот видишь, ты даже улыбаешься. Да ну тебя в баню, блин, сама езжай отсюда. Ну нет, Саш, подожди. Все, иди в баню. Саш, как ты виделся-то? Саша! Саш, ну ты че, а? Ань, ты вообще офигела. Почему? Это вообще не смешно, блин, я поверил тебе. Ну, это пранк же, так и должно было быть, ты должен был поверить. Да, блин, капец, вообще. Ты испугался, что ли? Я сейчас испугался, а теперь мне смешно. Конечно, смешно, я же не бестолковый, чтобы делать операцию на нос. Блин, я так рад, что все нормально с тобой. Я тоже рада. Где ты дошла, блин, как ты договорилась с поликлиникой, чтобы тебя сюда пустили? Вот так вот, я же дабл-баба, Ланечка. Капец, блин, трэш, просто трэш, я тебя хочу придушить. Не надо, у меня и так вот нос не дышит, видишь? Ребята, пранк получился вообще классный, а вы поверили? Обязательно пишите об этом в комментах. Слушай, давай, может, еще кого-нибудь пранканем? Ну, давай, кого? Давай Ксюху и Маху. Точно, отличная идея, вообще класс. Погнали Ксюхе домой. Ага. Мы с Ксюшей сегодня договорились пойти в кино, и я хочу ее тоже разыграть. Пойдемте к ней в комнату, она как раз еще не пришла. Все, супер. Теперь мне нужно здесь установить камеру, чтобы заснять ее реакцию. Все, теперь ждем, когда она придет. О, Саша. Да, привет. А ты че уже тут? Ну да, мы вообще-то видос снимаем. Ты, блин, это опаздываешь, как всегда. А какой видос? Ну, это 24 часа в твоей комнате. Ты вообще все забыла, Ксюш. Давай, раздевайся быстрее. Мы тебя уже ждем, блин, полчаса. Вы вообще-то говорили, что челлендж другой какой-то будет. Я вообще после школы. Ну и да. Ну и да. После школы, как будто ты в нее ходишь. Вообще-то да. Все, отлично, камеру включила. Кажется, Ксюша уже идет. Я вот думаю, что по сценарию, как нам сделать. Угу. Надо что-то придумать интересненькое, короче. Ну окей. Так, у тебя есть какие-нибудь идеи, что можно прикольного снять? Ну, смотря что за видос, типа, это челлендж или что это? Ну, 24 часа надо какие-то классные штуки в твоей комнате придумать. Вот и заходи. Ну, сейчас, да. О, Аня, привет. Приветик. Ты чего? Как... ну, вот такие дела у меня. Аня, это что? Аня! Да. Аня, что с лицом? Почему у тебя бинт... Что, у меня нос, видишь? Ты упала? Нет, не упала, я просто тут операцию на нос сделала. Какую операцию, Ань? Ну, блин, ты знаешь, у меня горбинка была на носу. Какая же... горбинка, Ань? У тебя нормальный нос был. Ну, я говорила, что у меня вот бесит прям с детства эта горбинка, и я вот решила ее исправить. Аня... И вот у меня тут, видишь, даже... Фу. Да, знаешь, как болит вообще, я дотронуться до носа не могу. Жесть! Еще вот эти синяки, просто они ужасно, видишь? Офигеть, а ты когда ее сделала-то? Да вот, я только что забрал из больницы, прикинь, она даже мне не сказала. Вот такая история, короче, я вообще... Жесть, а зачем? У тебя нормальный нос был! Да, был, конечно, нормальный, теперь-то я знаю, что он был нормальный, потому что сейчас он просто в ужасном состоянии.
придется. У тебя же еще отеки будут. Конечно, будут отеки. Я, знаешь, когда только сделала эту операцию, я поняла, что мне же сниматься еще надо. Да, он же у тебя еще заживать будет долго очень. У меня даже до губы, у меня даже губа опухла. Видишь, торчит вверх прям. Ой, жесть, Аня. Можно посмотреть? Можно. Ай, не трогай только. Ну а как тебе вообще выгляжу-то я? Честно? Ну? Ужасно. Ты сейчас... Ты что ужасно? Ну ты сейчас вся, во-первых, в бинтах, во-вторых, отекшая, в-третьих, блин, синяки, ничего не понятно. Ни как нос выглядит, ни как вообще... Да, наверное. Блин, это стрёмно, жесть. Ты знаешь, как я есть хочу? Ужасно. Я в больнице провела целые сутки ничего не ела. Может, тебе есть что покушать? А тебе можно на... Ну, вообще сказали подождать, конечно, но, блин, я ужасно хочу есть. Ну, ладно, пойдем посмотрим. Жесть, Аня, ты учудила, конечно. Да? Вообще, я сама уже пожалела 100 раз. Ну, конечно. Потому что мне так больно, что я не киваю. Так, смотрим. Хочешь творожок? Давай. О! На. Это ж вкусняшка. Да? Слушай, такую огромную дала, не знаю, поместится в мой маленький рот или нет. Ну, слушай, а операция-то сама сколько длилась? Ну, на самом деле, я спала, я так и не помню. Но говорят, 1.5 часа делали, прикинь. Всего? Я думала, ты скажешь долго. Ну, нет, такие операции достаточно долго делаются. Ну, 1.5 часа — это немного. Жесть, а ты что-то помнишь? Аня! Ой, Аня, нормально все? Ой, не знаю, слушай, кажется, губу. Посмотри, кровь течет. Господи! Аня! Аня, ты... Больно! Ой, жесть! Ай, не могу. Тебе может лед взять? Да, лед по-любому. Как больно! Аня, смотри на меня, подожди. Вот, мне кажется, только жидкое надо. Ой, давай. Жесть. Отлично. Кажется, она повелась. Смотрите, какая реакция. Что? Подождите. Что значит повелась? Не знаю. Ай, больно, больно, больно. Ай, лед, лед. Ну да, да, ой, как больно. Говорить ты прям не можешь. Ой, нет, не пугай, блин. Ну ты ж гонишь. Ай! А это за то, что, блин! Аня, черт! Да, вот смотри, какая! Убери, блин! Повелась, повелась! Что ты, блин, лед рассыпала? Прав! Аня, блин, уж как так можно, блин? Над этим шутить нельзя! Да ладно, классно же получилось! Блин, меня вообще порадовало. Может быть, еще кого-нибудь пронканем? Только маму свою не надо пранковать. Ну, маму не буду. А может, Маху? Точно, Машу! Блин, отличная она, идея! Она, кстати, здесь недалеко живет. Реально? Да, можно написать, чтобы она вышла. Ес, давай повеселимся. Маша, прости. Ну что, звоним? Угу. Алло. Привет, Маш, как дела? Все нормально. Все хорошо, слушай, а сегодня съемка с Аней в силе? Да, конечно. Окей, а ты сейчас где? Я в торговом центре. О, это который рядом с нами, правильно? Да. Все, давай тогда мы сейчас придем минут через 10. Ну ладно, хорошо. Давай, ты тогда спускайся на первый этаж к выходу, сейчас подойдем. Короче, ребята, мы уже в торговом центре, сейчас ждем Машу. Где она там? А вон она идет. Че, правда? Привет, Маша. Привет. Саня. Аня! Да, смотри, что я сделала. Это пластическая операция на нос. У тебя кровь идет. Ну идет, да, подправлю. Давай я маме позвоню, она у меня врач. Да нет, подожди, подожди, Маш. Там фишка в том, что у меня оно подкравливает немножко, но бывает, ничего страшного. Пусть впитывается оно ватку специально. Ты зачем это сделала? Ну, потому что меня бесило, у меня тут горбинка была на носу, и она меня жутко бесила. А ты как ей мог позволить? А я не знал, прикинь. Я с ним с утра приехал, она вообще сказала, что она к Даше поехала, к подруге. Ну да, я его чуть-чуть тоже обманула, потому что я знала, что он мне не рассказывает. Не трогай, подожди, мне очень больно. Видишь, синяки, даже отек везде, губа вообще отваливается. Хорошо.
кошмар. Ань, как ты вообще на такое решилась? Ну, блин, я очень давно это планировала, и мне очень давно хотелось это сделать, потому что нос кривой этот задолбал реально. Ну, ты если родилась таким носом, то надо ценить все в себе и любить каждый сантиметр своего тела. Не знаю, меня так бесило, что я вот решилась, а теперь жалею, прикинь. Все вообще болит, я уже офигела, как мне плохо. Фух, давай посидим, у меня голова начинает кружиться, когда я много хожу. Ну давай. Ох, жесть, ты не представляешь, мы, по-моему, 1.5 часа делали эту операцию, еще сказали, что, может быть, не все ровно срастется. Так это еще мало, я тебе могу сказать. Мне маме делали, у нее вообще похуже, чем у тебя все было. Серьезно? Да, блин, она еще в больнице меня... лежала. Зачем ты меня пугаешь? Я тебе говорю, что тебя ждет. Ты же уже здесь, в больнице не лежишь. Меня Саша сегодня днем забрал. А сколько ты лежала? Ну, сутки точно лежала. Да, на неделю лежала. Реально? Да. Я же такой была маленькой. Аня, что с тобой? Что с тобой? Не знаю, что-то голова сильно закружилась, видимо, из-за этого носа. Давайте я в аптеку побегу, водички вам куплю аптечные. Я сейчас приду. Давай. Маша вообще поверила, в аптеку помчалась. Маш, бинты еще захвати. Ой, больно, больно. Вот она. А, вот она. Держи. О, спасибо большое. Не могу открыть. Можешь помочь, да? Фух. Держи. Фух, спасибо. Тебе лучше? А лучше, теперь губа болит. Ой. Представляешь, там тоже все отекшее, ужас какой-то просто. Ань, может скорую все-таки вызвать? Да нет, какую скорую, ты че, сейчас пройдет. Да в смысле, ты посмотри на себя, побледнела вся. Давление, наверное, поднялось. Давай, не, врачи лучше знают, что делать в таких ситуациях. Да ладно тебе, какие врачи-то, мы сами справимся. Точно говорю, Маш, ну ладно тебе, не надо звонить, подожди. Алло, скорая? Да, тут девушке плохо. Я в торговом центре нахожусь. Адрес... Маш, подожди. Не надо звонить скоро, подожди. Бросай трубку. А то они начнут сейчас перезванивать. Смотри. Вот он мой нос. Маша, только ты не теряй, пожалуйста, сознание, ладно? Смотри, как хорошо сделали, да? Это же пранк. И не плачь, пожалуйста, все слезы лились. Нельзя так жить! Да ладно тебе, но это же всего лишь искусственная кровь. Я ее не боюсь. Не боишься? Я тоже не боюсь. Ребят, ты знал все? Ты все знал? Вот ты все. Да ладно. Фу на вас. Да это был классный пранк. Мне чуть не вызвали скорую сейчас. Ну что, ребята, как вам сегодняшний видос? Понравился или нет? Скорее пишите в комментариях. Сегодня я пранканула целых 3 людей. И каждый из них поверил. А вы, ребята, кстати, поверили или нет? Ну классный же пранк получился. Кстати, не забывайте подписываться на меня здесь и в инстаграме. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.